Значит, друзья, объясню, как поставить цепь, если она у вас слетела на скоростном велосипеде, чтобы заново ничего не настраивать. Считаем сзади. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Стоит на пятой. Смотрим сюда. Здесь тоже стоит на пятой. Здесь стояла на третьей, где слетела. Значит, сюда надо поставить на третью скорость. Считаем. Раз, два, три. То есть сюда нам нужно сейчас подставить цепь. Для этого надо нажать вот этот вот. Держи велосипед. Вот этот. Опустить. Как его все называют, не знаю, петушок или как его. Опускай его вот так вот, держи. Сюда надеваем, опускаем, все, цепь стоит здесь на третий, здесь на пятый, также и тут, здесь стоит на пятый, здесь на третий, раз, два, три, четыре, пять. А здесь считаем с этой стороны. Раз, два, три. Вот так легко натягивается цепь.